Здесь можно гонять мяч, играть в баскетбол и заниматься пробежкой на мягком покрытии. Здесь раньше была старая площадка, то есть она полностью разрушенная была. Вот, а сейчас перестроили очень быстро, кстати. Мы очень удивились, что очень быстро перестроили и, в принципе, достаточно качественно, я бы сказал. Не останутся без дела любители силовых видов спорта на открытом воздухе. Будет чем занять своих детей и внуков, мамам и бабушкам. Каруселей и качелей хватит всем. Очень хорошо скамеечки сделали и тренажеры для взрослых уже. Если вы сможете, вот, нам очень мне понравилось. Целый комплекс спортивных и детских площадок – подарок от местных и областных властей. Сегодня в торжественной обстановке мы открыли детскую площадку по адресу Новогорск, дом 3. Всего в этом году отремонтировано 57 детских площадок, и 4 были отремонтированы с помощью губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Всего за 3 года в Химках построили около 200 детских и спортивных площадок. Программа благоустройства города продолжается.